Фортуна Велли. Пустынный рай для тех, кто азартен. Здесь можно купить что угодно, даже удачу. Пусть богачи играют в карты и кости. Мы, рожденные в тени казино, испытываем удачу на скорости 100 миль в час. Круто!
это голос Саявас Куран. Совсем не похоже, маг. Кто такая Куран, как вы думаете? Без понятия, но она хорошо знает Фортуну Вэлли. Это так меня выводит из себя. Прошу сообщить район погони. Объект направляется на север, через Сильвер Каньон. Всем машинам, Адам-113 преследует нарушителя. Прошу откликнуться все свободные машины. Мы попробуем. Будем прижать его. Адам-113, прошу сообщить местонахождение. Едет на запад, через Сильвер Каньон. Вас поняла, Адам-113. Не упусти! Авиация еще на ходу. Адам-35, принято. Где находитесь сейчас? Направляется на юг, через Сильвер Каньон. Принято. Потеряли визуальный контакт. Прекращаем погоню. Диспетчер, мы столкнулись с машиной нарушителя. Успокойся! Принято. Патрульным машинам остерегаться столкновений с объектом. Адам-113, прошу сообщить местонахождение. Направляйте на юг, через Сильвер Каньон. Ясно, поняла. Диспетчер, объект совершил жесткое приземление. Я Адам-13, машина нарушителя совершила жесткое приземление. Прошу сообщить местонахождение. Едет на север, через Сильвер Каньон. Ясно. Я Линкольн 1.30. Отстал от погони, продолжать ее не могу. Он едет слишком быстро, визуальный контакт потерян. Внимание всем ведущим преследования. Визуальный контакт с объектом утерян. Объект направлялся на запад через Сильвер Каньон. Видите? Легко.
У вас, ребята, нет шансов! Шевелись, Тайлер! Пустите меня, идиоты! Я почти уже на финише. Чудо, что я вообще финишировал.
Что, тебе аттракцион? Обходим их одного за другим. Выложиться на всю. Ха-ха, неожиданно, правда? Гайя, что случилось? Зачем ты опять лезешь в это нездоровое дерьмо? Ты не понимаешь, как близок был Том к тому, чтобы все у нас отнять. Я в тюрьме сидел, парень. В тюрьме. Даже копы и те под ними. Нас это не пугает. Я тебя знаю, парень. Тебе нужен повод выйти из этой игры. Ну вот тебе повод. Раньше был нужен, но не сейчас. Ты все время это говоришь, но с нами догонять не прекращаешь. Я так и думал. Следующая гонка на дамбе. Ты там точно будешь, я знаю.